Друзья мои, привет! С вами Игорь Прудников и Арбалетная Поляна. Вот, в процессе стрельбы вот такой станочек у меня родился. Для дальних рубежей, так сказать. Упор хороший добавился. Регулировка по высоте тонкая, регулировка по высоте грубая. Вот, сейчас я отстрелял 50 метров. И мы пойдем посмотрим с вами, что получилось. Вот так это выглядит. Сегодня удивительно прекрасный день, ветра почти нет, солнышко в дымке, тишина, и в лесу никто не мешает. Вот, сегодня у нас другие стрелы, стрелы шатун. Вот, как мне показалось, они намного точнее. И вот у нас результат. Вот такой результатик. Это 50 метров. Вот они. Буду пробовать дальше. Если получится, сниму.